Все, ребят, опубликовал видосик и вынужден сделать два дубля. Первый дубль — начать видео так. Ребят, ну что, вам понравился видосик, да? Предыдущий. Как у меня работа прошла. Понедельник, вторник, среда, четверг. 4 утра, 4:30, пятница. Утра. Начинаем. И дубль второй. Что-то, ребят, не зашел, да, видосик про те мои 4 дня? Не очень, да, понравился. Ну ладно, посмотрим. Пятница, 4:30 утра. Начинаем. Как пройдут эти дни. Ребят, смотрите, на клиентской карте был замечен один конкурент. Вот это, видите, синяя точечка, это я стою. А впереди чуть проехать, если по дороге. Вот оно, он стоит. Сейчас мы попробуем до туда доехать и вычислить его, кто это такой стоит тут. Конкурент у меня. Сдается мне кто-то, это наш пацан из Казахстана. Сейчас мы выясним. Ну, для начала утренний кофеёк. Для начала надо взбодриться утренним кофейком. Ведь как без этого? Заправка есть на канале, пацаны? Валероны. Вот, пожалуйста. Валерон. Веселый такой. Good morning. Что тут у нас? Пока без политики. Пока нормально. Так, Хазелнат, поехали. Так, здесь молочко. Light cream, half-half. 2%. А мы вот этого. Крышечку. Видите, у меня как все уменьшительно ласкательная крышечка, молочочка, кофеечка, конкурентик. Блин. Ё-моё. Man, can I pay like Apple Pay? Sure. Yeah? Ну ладно, thank you. Штанишки, ребятушки. Ребятушки, штанишки одел другие, все забыл. И кэш, и карты. И, собственно, ладно. Настроенная карта на Apple Pay в телефоне, она всегда турбо. Она всегда помогает. Так. Ну все, поехали вычислять конкурента. Ну вот где-то здесь я его вычислил. Поехали. Direction. Старт. Все, 4 минуты. 1 миля. Только что вот прислали в Facebook, пока снимал. Заблокировать суд постановил Telegram в России. Вы там пишете VPN, да кто им будет пользоваться? Единицы. Это все, ладно. Массово-то никто им пользоваться этим VPN не будет. Сейчас подъеду, ослепим его дальним светом. Коварный Витек по конкурентам ездит. Анкл Джузеппе какой-то, видите, магазин. Ага, спит, наверное, да? Ну-ка. Ну-ка, хоп, потихонечку. Спит, не буду будить. Но я его знаю. Он из Казахстана. Или из Киргизии, по-моему.
Ладно, тут нам вдвоем делать нечего рядом. Поеду я, покатаюсь. Еще с ним встретимся. Запишу потом, если он не против. Ну, видосик. Мы с ним как-то пересекались уже на этом. На стадионе, где Нью-Джерси Дэвилс играет в хоккей. Видите, у него этот Линкольн. Это Black Car. SUV это не SUV, это чисто Black Car. Кстати, недорогие они. А, ну кому интересно, можете зайти посмотреть, как он называется. Сейчас развернусь. Линкольн МКТ, по-моему. Ну-ка. МКТ, да. Линкольн Михаил Катя Тимофей. О, у меня тут фитнес, вот он, смотрите, 24. Большой тренажерный зал рядом. Вон там Витек жир плавить будет скоро. Просто туда приду и начну качать. Мышцы прокачивать, рельефным буду скоро. Как у этого будет? У меня пресс, как у Роналда, видели, когда он радуется, что гол забил. Все мышцы напрягает и руки так сводит друг к другу. Вот и я так же буду делать. Здорово, да, какой зал? Ну, Нью-Джерси может себе это позволить. Места много. В Нью-Йорке такой зал, это... Он или миллиард будет стоить, или я не знаю, где там на Манхэттене это делать. Под водой только. Места-то нету. Поехали, ребята. Сейчас с утра 200 баксов как сделаем. Ребят, сейчас с Синрухой сидим, обсуждаем политику мировую. Вот, и у Андрюхи, короче, на стройке работает женщина. У нее есть брат старший. Я запутался. Как-то ты говорил, у нее есть старший брат, у которого есть сестра. У сестры двоюродный дядя работает. Не так, чуть-чуть. Просто на все женщины работает на клининге. И у нее один из родственников завязан тем с Белым домом, что у него жена работает уборщицей в Белом доме. И она подслушала. Говорят, что сейчас рубль должен упасть до 350 рублей за доллар. Курс рубля. Представляешь? Обалдеть, конечно. Ну, тут понятно, мы в Америке живем, мы как бы все знаем, да, мы все понимаем. У нас информации намного больше, чем у блогеров из стран СНГ. Вот, и я склонен этому верить. Я, конечно, на отсечение ничего давать не буду, но, возможно, будет и так, кто знает. Ну да, я хотел бы повториться, что нашему мнению можно доверять, потому что мы находимся на территории США, и нам, в принципе, на блюдечке приносят все достоверные сведения прямиком из Белого дома. Поэтому, друзья, подписывайтесь на всех блогеров, которые высказывают свои мнения по поводу отношений, по поводу мировой политики. И только благодаря блогерам можно какую-то, знаете, картинку себе представить, что будет дальше. Очень много предсказателей. Кстати, ты можешь предсказать 2019 год, что будет? Но я думаю, что из-за того, что мы находимся в США, живем в Америке, мы можем это сделать, и полная правда это имею. Да, я думаю, реалистичный прогноз будет весьма печальным, но ввиду обстоятельств, которые на сегодняшний день присутствуют в нашей жизни, мы не можем сделать выводов стопроцентных, но мы же живем в Америке. На 8-й терминал приехал в JFK. По дешевым ценам Нью-Джерси $70. Из них был платный мост $10. И вот сейчас предстоит здесь, включил только, смотрите, SUV Black. Есть у меня минут 8, пока меня видит программа. В надежде, что-то он даст мне. В общем, ждем минутки 4-5. Если ничего не дает, включаем иксы. План такой. Вот это выход справа, налево.
другие терминалы. Я сказал дешевыми ценами Нью-Джерси, вы не подумайте, что я зажрался. $70. Я ехал 40 миль из Нью-Джерси сюда, в JFK аэропорт. И если бы это было нью-йоркские цены, то хотя бы там, ну, больше сотки было бы. А так как в Нью-Джерси цены на Uber дешевые, вот, соответственно, и поэтому приехал дешево. Ну, как минимум, бак бензина отстрелял, да? Вот я ехал сюда час 15, за час 15 бак бензина отстрелял. Тоже нормально, но мало. Уже же знаете, уже же 8 месяцев в Америке, уже же аппетиты растут. Так, паркинг. Проезжаю паркинг. Ой, этот терминал, куда Аэрофлот пролетает. Думаю, маловероятно, что наши люди будут блэк-карт заказывать или SUV. Так, сколько уже? 4 минуты прошло. Ладно. Хватит выпендриваться. Включаем XLX. Ждем еще 4 минуты. Если ничего не будет, уезжаем на лот, откуда я всегда в Инстаграм в прямой эфир выхожу. И в очередь. Маленько. Можешь или вздремнуть, либо в прямой эфир выйти. Вон на AirTrain поехал, видите? На котором очень выгодно выезжать в город. Вот и заходит Uber XL Long Trip 60+. Ничего себе, это куда я... О, нужно пугался. Терминал 4. Файзал 60+. Ну, тут вариант такой. Или пробки дикие на Манхэттене, чтобы больше часа ехать, или куда-то его надо увозить. Бог знает куда. Ну, XL. Это значит, сейчас будет или их много, или много багажа. Посмотрим. Посмотрим. Так, терминал 4, прилет. Вот, в принципе, стрельнуло хоть XL, понимаете, XL уже более-менее по цене будет 60+. Ну, сотки долларов, может быть, и не будет. Ну, ближе к сотке должно быть. Сейчас проверим, ребят, сейчас проверим. Показываю вам подробно работу. Много пишут просто отсюда, с Нью-Йорка пишут. Кто начинает в Uber, маленько покажу, вот хоть... как все это работает. Так, куда мне паркинг? Паркинг. А, вот, терминал 4 впереди. Синенький. Терминал 4 направо. Направо. А, ну все, вот, к прилету. Привез 5 парней молодых из какой-то арабской страны. Видел, что у них там телефоны на арабском языке. Не знаю, не стал спрашивать. Ехали, любовались Нью-Йорком, фотали в Инстаграм, все выкладывали. Ну вот у меня за поездки $137 с две поездки. Получилось туда. Сколько там? 70. И XL привез сюда, на Times Square. Тоже 70. Грубо, если. Вот сижу, думаю, то ли мне сейчас здесь покататься, попробовать подождать всякие блэки SUV, что можно долго ждать, то ли обратно в Нью-Йорк уехать и проделать то же самое. Что у нас только время 9 утра. Если я то же самое проделаю, это же будет там по 260. Ну, конечно, шанс есть, что я не проделаю, но уже есть же шансы, что проделаю. А вдруг получится. Ладно, побуду здесь сейчас, на Манхэттене. Подожду, может быть, что-то Джуна у меня силы не включается. И попробую, побуду здесь полчаса. Поставлю сейчас, наверное, destination, фильтр, что я хочу в Нью-Джерси. Может быть, даст мне кого-то по пути. Короче, надо экспериментировать. Золотую середину какую-то искать. Так, друзья, пошла глубокая аналитика. Короче, вот Манхэттен. Я живу где-то вот здесь. Если я поставлю сюда,
то Uber мне даст пассажиров. Ну, короче, с большей вероятностью, что Uber меня вообще будет гонять. Знаете, когда ставишь, что я хочу в Нью-Джерси, они могут гонять, короче, вот тут вот туннель идет, Нью-Джерси голландский, вот Линкольн туннель. И он меня может гонять вот так, между туннелями. Но есть вероятность, что, конечно, он мне даст кого-нибудь в Нью-Джерси, и я не пустой туда уеду. Но если я поставлю фильтр на свой район сюда, то он мне сюда, а вдруг он, а может быть, я и сюда, понимаете? То это, то тогда, ну, я так думаю, что надо поставить какой-нибудь destination, типа мне надо вообще куда-нибудь далеко, куда-нибудь вот сюда. И тогда он меня по пути может хоть куда закинуть, правильно? Правильная мысль или нет, как вы считаете? Пацаны с Uber, кто смотрит, я правильно мыслю или нет? Поэтому поставлю я, наверное, на какой-нибудь вот Довер, наверное, подальше. Смотрите, как это делается. Сюда нажимаем Set Destination. Ну, пишем Довер. Чё? А как мне дальше? Это Нью-Джерси, интересно? NG. Довер, Нью-Джерси. Ставим. Фильтр начал зарабатывать. Фильтр начался, блин. Потом так, нажимаем и открываем и Excel, и X. Все. Все поездки открыты. И надеемся на удачу. Фига я поставил вон где Довер. Вот где Манхэттен. Туда до Довера знаете сколько? Давайте проверим. Navigate. Navigate me ways, please. А что там Джуна-то проснулся у меня, нет? Джуна. Джуна мне вообще, мне ни лифт, ни Джуна не дает нифига поездки. Короче, тут все красное, Манхэттен, не пробки. Здесь наказание какое-то ездить, не знаю. Кому-то нормально, мне что-то не очень нормально. Гоу. 1 час 40 миль туда всего. Да ну, как может быть 40 миль? А, ну правда, 40 миль всего туда. Чё, не, что-то вранье какое-то. Как 40 миль? Тут мне до дома вот сюда 40-30, а тут что, 10? Ну, может быть, ладно, максимум. О, проснулся Джуна. Песни запел какие-то мне колыбельные. О, ну, будем ждать. То есть я планирую уехать куда-нибудь сюда, в Нью-Джерси, и опять такой же трюк проделать. Может быть, даст какой-нибудь Black Car SUV, может, не даст. Ну, это все. Сейчас во влоге это все увидим. Получится у меня, не получится. Задача сделать минимум 300, по-хорошему 400. Вместе с вами экспериментируем. Вдруг какую-то формулу сейчас выведем, работа в Uber. Меньше поездок. По деньгам, чтобы получалось более-менее. Но это, видите, при условии, что вы будете ездить на похожей машине какой-нибудь. На легко... И обязательно на нью-йоркские номера. Потому что в Нью-Джерси, когда находишься, тебе дает поездки только на аэропорты или на город. А если у вас будут нью-джерские номера, и вы будете в Нью-Джерси, вас будет дешевыми поездками мотать по всему Нью-Джерси. Ну, ребята, кто вот спрашивал, в среднем 150-200 делают на какой-нибудь легковой. Ну, это, наверное, часов за 12, за 13, и не останавливаясь, знаете, как вонючий ветер по Нью-Джерси. Жу-жу-жу-жу. Гонять. Так. Давай. Просто сиди, смотри, я вот так сзади подойду. Сейчас, подожди, сейчас. Whatever it takes. Включила? Сейчас, короче, такое незначай, типа рекламу, да? Не рекламу, а ребятам поможем с канала, да? Такой я иду и такой говорю. Что ты там прячешь? Ой, а что мне накрасилось? Окей. Нет. Все, давай, я пошел. Раз, два, три. Кать, здорово. Смотри, кого смотрю. Кого это? Влад Кондрат? Да. Они, кстати, раньше раз...
по-моему, в пятилетку ролики выкладывали. Сейчас каждый день. Практически. Сейчас каждый день они путешествуют, да? Да, очень да. Интересные ролики. Ты как в Доме 2. Что у тебя такие волосы прекрасные? Каким ты шампунем пользуешься? Так ты что, не знал? Это можно купить в любой аптеке. Короче, ребят, давайте поможем. Владу с женой, давайте поможем. Мы с ними, я с ними знаком, мы на встрече иммигрантов с ними пересекались. У нас такая же машина была в Питере. Только другая, да? Только другого цвета. Давайте поможем. Переходите по ссылке на них, на их канал. И оставьте свое мнение там. И привет от меня по стандартику. Нормально? Да. Получилось же так, как будто это... Ну так, случайно, да? Естественно, да. Все, я как раз максимум усилий вложу, чтобы в монтаже, чтобы это очень естественно показалось. Да? Ну ты посмотришь потом, оценишь. Обязательно. Я очень талантливый монтажер. Ребята это знают. Монтажер. И девчата. Монтажер. Смотрите, Катя уже заряжает камеру. Уже первый шаг сделан, камера заряжается. Скоро что-то будет, да? А так вот думаю, какие вот затраты будут, если я 40 миль туда уеду пустым. Вот смотрите, у меня получается по трассе где-то бак $60 хватает на 400 миль, даже больше, ну грубо говоря на 400. И туда 40 миль, соответственно 10%, $60, $6, ну это терпимо. Уехать туда пустым за $6 и что-то оттуда подхватить, ну минус $6, но затраты везде есть. Выезжать туда в Нью-Джерси бесплатно, любой туннель, любой мост в ту сторону бесплатно, обратно уже с пассажиром будешь заезжать за туннель, пассажир будет платить, за платные дороги пассажир будет платить. Поэтому есть резон, может, такую схему попробовать. Вот, пожалуйста, заезжаем в туннель. Туннель называется Линкольн. Вот сейчас в него ныряем в Манхэттене и в Нью-Джерси вынырнем. Дышится легче. Так, нам надо левее держаться и по кольцу. Особенно красивый этот вид ночью, вот как из туннеля вынырнули, по кольцу поехал. Манхэттен весь видно. Но ночью красивее здесь, конечно. Сейчас еще какая-то дымка. Так, ну, друзья, что мы имеем? Время 11:50, уехал я подальше в Нью-Джерси. И тут сейчас заказ зашел Карен UberX 45+. Или на Манхэттен, или в аэропорт. Ну, посмотрим. В принципе, чего хотел, того полудня. Как? Хотел, конечно, Black Car SUV за $150, но это тоже ничего. Посмотрим, куда приведет меня Карен. Карен, армянское имя знаю такое. Карен, неужели армянин? Вон они стоят, общаются. Наверное, девчонку отправляет. Еврей в шапочке. На Манхэттен. Я уже стартанул поездку. 5-я авеню. Hello. Hi. How are you? Ребята, это был не Карен, а Карен, вон девочка миниатюрненькая, хрупенькая. Карен, оказывается. Слушай, я, по-моему, какую-то фигню делаю. Что-то привез сюда ее за 3-9 земель. Есть, опять звезд. Карен, она молодец. Сейчас решил, вот мне заказ, пока я еще ее не скинул, другой пришел на X по Манхэттену. Это Карен занимается организацией мероприятий, банкеты, свадьбы, похлебки. Пошлепки все подряд. Я говорю, слушай, ну давай я, может, это спою там у тебя на мероприятии какого-нибудь долларов за 300-400.
Она говорит, а что ты можешь? Ну, я и 3 сентября, и горит косяк, напел. Блин, что-то не понравилось. Короче, решили не сотрудничать. В общем, я на Uber пока остаюсь, нормально все. Посмотрите, желтый такси, зеленый горит, давай, зеленее не будет уже. Все уже, желтый. Вон, видите, впереди. Просто встал и все. Как один в городе живет, ему пофигу. Не прижался даже к бордюрке, просто как ехал, так и встал. Людей высаживает. Мы все высаживаем, ну хотя бы в бордюрке-то прижимаемся. Вот там какой-то мальчик на Урганта похож был. Я вот говорю, что Нью-Йорк свое лицо потерял, да, когда стали японские машины, желтые такси работать. Когда были эти Форды всякие и прочее, конечно, Нью-Йорк. Вид был другого города. Ну, во всяком случае, с телевизора, с фильмов, с документальных, с художественных. На таких великах много ездит. Подрезают нас, автолюбителей. Так, ладно, еду в какой-то JWL Hotel подбирать воды. Или Шаде, или Вейт, или Уэйт. Так, того Васю я увез на Лагвардию. Блин, по-моему, $30, если не меньше. Из Манхэттена. Из Лагвардии мне дали Black Car. За 40 с чем-то, 5 что ли, я вернулся на Манхэттен. Сейчас одну SUV короткую сделал. За 20... Где? Вот. За 20, 22 что ли. А, у меня тут опять стоит на Нью-Джерси, в сторону Нью-Джерси. В сторону дома. Во. Uber X. Но это не long trip. Блин. Это что-то у меня ближе к туннелю привезет и все. Ну ладно. Возьмем. Search 1.4 пойдет. И что? А где человек это брать? Navigate. Вот. Время 16:00, тут сейчас на Манхэттене ужас, что начнется. Тут будут такие пробки, что лучше это не смотреть. Нахожусь я около Grand Central вокзала, вон он сзади. Так, я не пойму, человека-то где подбирать? Chrysler Building, вон он. Помните, рассказывал, что там есть частная улица, на которые нельзя. А, по-моему, можно только высаживать людей и все. Короче, там нельзя тусоваться, сигналить. За это штрафы дают милиционеры. Ничего не пойму. Короче, какой-то глюк. Нет у меня никакого заказа. То ли он отменил, то ли... Почему выгодно отсюда кого-нибудь в Нью-Джерси позапикапить? Потому что в Нью-Джерси, когда едешь, ты тол не платишь, то есть туннель бесплатный. Когда выезжаешь из Манхэттена в Нью-Джерси, ты едешь туда бесплатно. О, опять закидывает. Сейчас продолжу. Мне надо как-то перестроиться. Да пошел ты нахер. Сигнали. Телсишник же, блин, свой. Видишь же, неудобно мне. Пропусти, Али. Да, вот, я что говорил-то, что удобно в Нью-Джерси, потому что ты тол не платишь, то есть ничего, а с пассажира почему-то берут. И причем берут $20 за этот туннель. То есть как бы подразумевается, что ты туда и обратно поедешь, чтобы водитель мог пустой вернуться на Манхэттен. Ну, короче, как-то так это работает, непонятно, но в общем, для пассажиров это невыгодно. Для уберистов это выгодно. Главное это запомнить, что если едешь в Нью-Джерси, кого-нибудь везешь, тебе нормально. Нормально себя сама чувствуешь. Так, куда мне надо повернуть? На 2-ю авеню. И потом на 34-ю стрит. Минус какой? Оказался я в Гарлеме. Здесь возить нечего. Вернее, есть что, но не хочу. А плюс какой? Рядом Вашингтон мост, через который я сейчас перепрыгну и миль через 15-20 буду дома.
Что-то 12 часов уже на линии, наверное, надо отдохнуть. Поеду отдохну, может, прикимарю пару часиков и на вечерние прогулки выйду. По своему району, может, до Манхэттена. Посмотрим, как попрет. Вот Гарлем, пожалуйста, смотрите, детская площадка. Дети играют. Тишина. Никакой опасности нету. На канале есть с Региной, мы снимали видео про Гарлем. Полицейские машины вон. На углу стоят. На каждом перекрестке. Отдохнул немножко. 8 часов вечера вышел. Поехал, помотало меня по районам, в штат Нью-Йорк утащило. Сейчас время без 22 ночи, что-то сна нету вообще. Домой ехать тоже смысла, думаю, что приеду домой делать буду. Ну что вот, сяду у компьютера. Нет желания пока кричить там кто-то. И вот у нас, я говорю, без 22 ночи, пробки. Пробки, пробки, пробки. Поздно сюда приехал, конечно. Сюда надо было к 12 приезжать на Манхэттен, но так получилось, что... Короче, по $400 пока у меня есть. В принципе, нормально, но, говорю, домой не хочется. Включил Джуна. А вот тот самый вид ночного Манхэттена с этого же места. Проехал туннель опять. Сегодня днем говорил же я. Вот. Разговариваю тут с Ясей, с мамой, со своей, с папой. А показываю он. Сколько, видишь, Яся оленят маленьких бегает. Прикольно. Они фары увидели и такие, знаешь, застеснялись, пошли куда-то туда дальше. Это, ну, нет, они рядом с дорогой. Не, я тихонько еду, они не выскочили. Не, я потихоньку еду. Они так сбоку стояли. Видеоролик не видели? Как мужчина один показывал, как садиться в машину надо. Вот вырезку сейчас ставлю. Открываете. Вот полик, да? Вот ставите одну ногу, потом другую рядом. И все. Потом дверь закрыли. Не надо лезть вот сюда, сюда, вот сюда, вот сюда тоже лезть не надо. Сюда, сюда лезть не надо. Лупчик хотя бы вот так протереть, да? И с другой стороны. Поехали, поехали, поехали. Сейчас скажу одну вещь, кто-то себя узнает в этом. Когда... Сталкивались же вы с такими моментами, когда к вам подходят репортеры, просят у вас там какие-то слова сказать, ваше мнение по какой-то ситуации. И вы думаете, как вы выглядите на камеру? Вы же паритесь об этом, правильно? Не просто говорите, а думаете, как мне взгляд сделать, как мимику. Ну, это нормальная ситуация. Не у профессиональных журналистов. Так вот у меня то же самое. Собственно. Иной раз что-то хочешь сказать? А думаешь, а какую физиономию? Морду лица. Пап, твоими словами говорю. Какую морду лица надо сделать? Грустную, веселую. Сделать вид, что тебе пофигу. Или сделать вид, что ты озадачен чем-то. Именно тем, о чем говоришь. Короче, веду к тому, что не всегда можно на видео сказать то, что думаешь. Ссылка на мой твиттер в описании, подписывайтесь.
Там в письменной форме нет, что-то да выложу. Ничего, у нас тут по деревне машинки катаются, да? Приятная. Для тех, кто туда влезет, очень приятная машина. Стоит, наверное, тоже не 50 тысяч долларов. Такой Нью-Джерси. Вот ее только успел снять, а так нет, и Ламборгини вижу, и эти Астон Мартин, и чего только нету. А у нас, друзья, наступила суббота, день сегодня вышел попозже, 1:30. У нас, по-моему, еще, смотрите, синие диски какие. Потеплело, Манхэттен зажил. Народу, все бары, рестораны, все занято. Мест вообще нет, люди там уже на ступеньках сидят где-то. Около баров тусуются, толпы народу, вы посмотрите. Красные эти дороги, ну вроде нет такого особого наплыва. Мужчина у вас со своими бургерами вообще не успевает там лопатить все. Так. Мне нужно на 47-ю налево. Сейчас в Инстаграм выставил пост, девчонок, наверное, 7 вез, песни пели. Танцевали. С утра начали, говорит, немножечко шампанским, винишком. Меня с собой, говорит, бросай работу, пошли с нами тусоваться. И здесь как-то так все. Ребят, сейчас, короче, с Андрюхой. Блять, я это без улыбки не могу говорить. Ребят, сейчас сидим с Андрюхой, обсуждаем. Последняя новость. Короче, у Андрюхи на стройке работает. Ребят, сейчас с Андрюхой сидим, обсуждаем мировую. Блядь, я говорю слово политика, хотел сказать, мне так смешно. Да, я бы хотел подчеркнуть, что мы живем в Америке, в США. Вот я на фоне белой стены, это я в Нью-Йорке. Так, подожди. Вот и, конечно, у вас может быть свое мнение, но дело в том, что у нас разделяет океан и, да, ба. Без слез не могу, простите. Господи, как вот эти вот люди вообще, как и мы с ними живем на одной планете, ты можешь себе представить? Я уже просто потерял ход мысли твоей. Ты про кого сейчас? Про Путина с Трампом или про женщину-уборщицу из Белого дома? Про женщину с Белого дома. Но она же не делает аналитические разные. Но она сливает программу, она сливает информацию всем. Ну, как бы видно, да, по нашему взгляду, по нашим словам, по нашей речи, построению предложения, что нам можно доверять. Мы же живем в Америке, и мы все знаем, собственно, как и любой другой человек. Я полностью поддерживаю видео в этом отношении. Но что могу сказать от себя? Нам стоит верить. Ты... Это, знаешь, сейчас как выглядело? Ты как предвыборная кампания какого-то губернатора или мэра в какой-то поселок, да?
Да. Нам давай так. Нет, давай так, я говорю фразу, а ты делаешь движение. Нам стоит верить. Миша, тебе никто денег не даст. Верьте моей плеши. А у тебя плеш, да? Ну, не знаю, вроде, да. Говорят, лысеют. Да это из-за всех отношений политических. Конечно. Я посидел за этот год. Теперь постоишь. Друзья, подписывайтесь на этот канал, здесь говорят правду.